В Unix-овых системах есть очень полезная функция закрепления окна поверх всех. А в системе Windows по какой-то причине эту возможность не реализовали. Это, скорее всего, связано с безопасностью. Для того, чтобы компенсировать отсутствие этой функции, есть масса программ. Одна из них называется DeskPins. Вот ее сайт. Она бесплатная. Ссылка на скачку на этой же странице. Я уже скачал ее и установил. Сама программа имеет минимальное количество настроек. Единственная настройка, которая мне очень понравилась, это настройка правил. В правилах прописываются параметры окна, которые нужно зафиксировать при появлении его. Ну, чуть позже мы на этом остановимся. Сейчас я вам покажу, как она работает. Допустим, у меня есть несколько окон. Вот исходный код страницы, само окно веб-приложения. И мне нужно постоянно видеть сообщение сервера. Поэтому окно сервера нужно закрепить. Это можно сделать с помощью горячих клавиш, а можно перейти в трей, нажать значок программы DeskPins и следующим нажатием клавиши нажать на окно, которое хотим закрепить. Теперь, работая с другими программами, мы будем видеть закрепленное окно. Допустим, переходим по ссылке и сразу видим сообщение с сервера. Вот. То есть, это очень удобно для отладки. Теперь по поводу настроек правил. Допустим, запускаем калькулятор. Для того, чтобы окно калькулятора автоматически фиксировалось поверх всех, переходим в настройки DeskPins, правой кнопочкой Options. Вкладочка AutoPin. Добавляем правила. В первой строке пишем название правила. Вторая строка. Берем с помощью вот этой мишени. Перетягиваем на окно калькулятора. Мы сразу увидели описание окна калькулятора. А теперь еще нужно заполнить имя класса окна калькулятора. То же самое. Берем значок мишени и перетягиваем на интересующее нас окно. Класс называется CalcFrame. Окей. Применяем настройки и закрываем DeskPins. Теперь при следующем запуске калькулятора видим, сразу появился значок скрепки. Фиксация работает. В случае, если мы зафиксировали очень много окон и не хотим по одному их расфиксировать, можно сделать это с помощью меню DeskPins. Нажимаем правой кнопочкой на значок DeskPins в трее. Видим, вторая строчка Remove All Pins. Нажимаем, и все окна открепляются.